Новость о том, что Великобритания выходит из Евросоюза, вызвала бурю на европейских рынках. Фондовый индекс еврозоны Евростокс снизился почти на 9%. Индекс франкфуртской биржи более чем на 7%. В лидерах падения банки. Так, например, капитализация Deutsche Bank снизилась к середине дня на 14%. Падением основных индексов и стоимости акций открылись торги и на российском фондовом рынке. Самые большие потери понесли акции Сбербанка и Роснефти. Индекс РТС снизился почти на 5%.